остановились поесть. Сейчас будем делать походную еду. И, собственно, вот вся еда. Сейчас будем делать. Итак, разложился. Снова предупреждаю, это не реклама. Все бренды, которые вы видите, это просто купленные наобум то, что понравилось. Сейчас будем пить козье молоко. Это кофе со сливками. Очень хороший кофе. Ну и теперь будем делать еду в рамках кето-диеты. Кстати говоря, я уверен, что мой дружище сейчас смотрит это видео, и мы с ним поспорили, что я до мая 2024 года не смогу выдержать кето-режим. Ну вот, думаю, ты проиграл. Да, ты скажешь, что еще же не май, но май уже не за горами. Сейчас буду раскладывать, распределять. Не знаю, или же одну или две банки сметаны брошу. Ну, хватило одной банки. Все засыпал. Ну, вы видели, что я показывал. Это грецкий орех, семечки, здесь фундук. В общем, сейчас все это перемешивать буду. Ну вот, все готово. Прекрасная еда. Сейчас будем пить козье молоко, запивать. Ну и потом, наверное, еще и кофе со сливками. Все, приятного аппетита!